Думаю, что две команды неплохо изучили друг друга и в хорошей форме подошли к этим играм. Значит, учитывая уровень в этом году первой лиги, все команды примерно одинаковые, потому что победы в основном в один мяч случаются во всех играх. Ну, редко, когда в два. Поэтому на поле сегодня были, наверное, две равные команды, и каждая из них могла победить. Мы, к нашему счастью, использовали свой шанс, вот, забили гол, и потом, значит, сыграли строго в обороне и добыли очень важную для нас победу. Я рад за Гриня, который пришел к нам, значит, это его первый гол в официальных играх, и я рад за Сережу, он хорошо работал, старался. Ну и также надо учитывать, что все-таки мы приехали сюда, у нас четыре основных футболиста: Вакуленко, Илюк, Иванесени, Лущук, к сожалению, еще травмированный, поэтому что хочу поздравить свою команду, вот, сказать ребятам спасибо за бойцовские качества и за победу. Валерий Сергеевич, вы были очень недовольны, так оно прошло в прессе, игрой своих подопечных в предыдущей встрече с Тернополем. Вот если сравнивать ту игру и нынешнюю, какие у вас были подвижки? Ну, там мы играли домашнюю игру, первый тайм провели неплохо, а во втором тайме, значит, перестали играть быстрый пас. Естественно, команда соперника Тернополь хорошо оборонялся и успевали нам перекрывать все зоны. Вот. Но так как, учитывая, у нас команда молодая и очень быстрая, нам эти зоны нужны, чтобы увидели сегодня, как выбегали в атаку в конце матча. Вот. Ну а так что? Работы много впереди.